Кажусь рядом с победителем Русланом Хажмурзаевым. Руслан, поздравляю тебя, это тяжелая победа. Спасибо очень большое. Опытный соперник Шавье Морган. Что ты можешь о нем сказать и о самом поединке, вот ощущения твои? Что я скажу? Я, честно, не ожидал от него такого боя. Я думал, что я буду выглядеть намного хорошим. Ну, так сложилось. Его лоу-кики меня очень бесили. Никак не мог делать свою работу. Ну, вот что скажу. Да, еще рядом находились такие братья, как я не мог выиграть этот бой. Ну, все от Всевышнего, альхамдулилла. Ты первые два раунда за тобой. В третьем раунде он тебе начал отбивать ногу. Если да, я еле-еле стоял. Но не... Старался, чтобы не показать зрителям слабость. Да, и сам первый своему сопернику, если бы он начал бы подозревать, что я ногу травмировал, он вообще сильно начал бы бить, поэтому еле старался. На характере, да. На характере. Слушай, ну твоя нога сейчас очень болит? Да, очень сильно, нетерпимая даже. Нетерпимая боль. Слушай, расскажи еще немного про второй раунд, где ты его отправил в нокдаун. Да. Почему не получилось его? Я почувствовал, ну, у меня слишком опытный соперник был. Он меня мог обмануть своим нокдауном, чтобы я отдышался. Вообще, чтобы я устал, и я должен был выиграть этот бой не нокаутом, не болевым, чисто чтобы выиграть. Почему? Потому что я с опытным соперником дрался, у меня только два боя в профессиональных боях, у него было слишком... 11, это 12 бой у него? Не, у него больше, 9-5 был, 13, 14 бой был этот. Ну, выиграл, альхамдулилла, доволен. Какой был план на поединок? У меня, если честно, был план чисто выиграть этот бой на дистанции, перебить своего соперника. Ну, не думаю, получилось. Думаю, мог отбороть его. Ну, не сказал бы в борьбе я мог бы его повалить несколько раз. Ну, это было бы несколько раз. Потом устал бы, думаю. Поэтому аккуратно сделал свою работу. Да, выиграл. То есть ты правильно распределил свою выносливость? Да, свои да, ну правда, слишком через... Не думал, что он будет бить так лоу-киками. Недооценил его, так скажем. Че? Руслан, пройдет. Что дальше? Дальше... Там будем по воле Всевышнего двигаться. Да. Работать будем над ошибками. Посмотрим. После этого боя еще есть варианты этой лиги. Потом посмотрим, время покажет. Мы не знаем, доживем ли мы до завтра. Не могу будущее сказать. Так, посмотрим, время покажет. Руслан, я тебе желаю удачного восстановления, без травм. Спасибо. Поздравляю тебя с победой. Спасибо. Это была большое. Яркая победа. Это первая, да, твоя победа по очкам? Да, первая победа. Предыдущие твои, это два технических нокаута. Да. Давай, чтобы дальше так все и было, техническими нокаутами. Спасибо. И соперников сильных. Будем стараться. Будем стараться. Чало. Спасибо тебе большое. Генеральный партнер – международный бренд номеров. Титульный партнер – Parimatch. Грають вони, виграєте ви. Квитки на концерт.ua.